как, с помощью завода у нас стоит труда, организовывают завод праздники, также для детей всякие мероприятия, лагеря и подарки. У меня отец работает, сам работаю, жена работает. Без завода как мы будем жить? Это завод самое у нас сейчас главное. Говорите, работа в заводе. Очень хорошо. Стабильность, зарплата вовремя. Все. Ничего плохого сказать не могу. Я вот не на заводе работаю, но в молодости работала на заводе, конечно. Сейчас дочь работает на заводе. Работу дает, стабильность. А вот если бы не было завода, как вы думаете, что бы было? Ну, я даже не знаю, что бы было. Деревня. Деревня была бы. Там делают детали для самолета Боинг. Ну, все равно чем-то бы занимались, наверное. Хозяйством. Коров бы держали. Огород. Конечно, значит, а как? Я живу за счет завода. Ну да, в первую очередь, как бы, он нас кормит, одевает. Любите завод? Ну, люблю. В некоторых ситуациях. Ну, как бы, он изменил мою судьбу. Да? У меня было конкретно найти работу, я ее нашел. Ну, довольна работой, где работают? В 31-м цехе, плавильщиком. Устраивает? Да, как бы устраивает. Единственное, поновее бы оборудование. Нужно вкладываться в производство. Тогда будет намного все, ну, больше производиться. Я только начала работать, поэтому я это все только узнаю, но мне нравится. Вы работаете, расскажите. Во втором цехе, фрезеровщиком. Да, много значит. Много значит завод. Сейчас весной были спортивные праздники, зимой ходили на спортивные праздники, на старт, на хоккейную команду, болеть за хоккейную команду. И родители мои на заводе всегда работали, и, да и родители родителей, бабушка с дедушкой, и рассказывали много о завод. Ну, это, я считаю, что ну, вот в городе, в нашем, в основном, ну, то есть, думаю, что и многие согласны с этим, что в основном на заводе и работают. То есть, если кто-то и уйдет, ну, может, это только из-за того, что лучше где-то место нашел. Завод – это все, как получается, работа, все остальное, надежда на то, что дальше будущее может образоваться, все остальное. Да, конечно, у нас и семья работает на заводе. И в цехах? Мама работает в 12-м, отец у меня в 81-м цехе работает. Как только училище закончил, так с завода не выходил, так что это очень важно в моей жизни. Кем работаете, где? Ну, сейчас инженером-конструктором. Представляете свою жизнь, если бы не было предприятия, где бы вы, возможно, работали? Что-то все равно, наверное, было. Ну, а если не было, ну, наверное, было бы плохо, очень все грустно, все печально. Конечно, завод в нашей жизни значит, потому что завод – это наш город. То есть все, что делается, по крайней мере, еще помните времена, когда все это было завода и делалось заводом для нашего города. Завод очень сильно помог моей семье, очень благодарна Тетюхину, который, да, самое известное, он помог моему ребенку. То есть мы к нему обращались за помощью, когда у нас были тяжелые времена.